Тут темно, как в могиле. Thank you.
снаружи. Пригодится.
перегружен. Thank you.
Добрый вечер! Добрый вечер. Посох королей, ты не перестаешь меня удивлять. Тебе удалось найти древко Харадримского посоха. Полагаю, ты знаешь, как соединить навершие с древком с помощью Харадримского куба. Этот Харадримский куб – очень ценная вещь. Труды Ордена гласят, что с его помощью можно восстановить Харадримский посох. Для этого используй куб как свиток. Когда он откроется, помести в него обе части посоха и примени. Этот Харадримский куб. Здравствуй! Посох королей. Ты не перестаешь меня удивлять. Тебе удалось найти древко Харадримского посоха. Полагаю, ты знаешь, как соединить навершие с древком с помощью Харадримского куба. Этот Харадримский куб – очень ценная вещь. Труды Ордена гласят, что с его помощью можно восстановить Харадримский посох. Для этого используй куб как свиток. Когда он откроется, помести в него обе части посоха и примени его преобразующую силу. Кстати, у куба есть и другие алхимические свойства. Например, он преобразует 6 самоцветов и меч в длинный меч с гнездами. 2 колчана арбалетных стрел преобразуются в 1 колчан стрел для лука. А 2 колчана стрел для лука дают 1 колчан с арбалетными стрелами. Другие рецепты тебе нужно отыскать самостоятельно. Харадримский посох твой. Отнеси его в гробницу Талраши. Найди место, где на полу вырезан круг с 7 символами. Вставь посох в углубление, и
он откроет тайный проход в погребальный зал. Но готовься к битве. Скорее всего, тебе придется убить Талрашу, чтобы уничтожить Баала. Добрый день! Привет. Веди себя тихо. Thank you.
Жаль, что у меня нет времени изучить это удивительное.